Около километра прошагали северодвинцы с транспарантами и воздушными шарами. День солидарности трудящихся вместе отметили члены профсоюзов, городских организаций, политические партии и простые северодвинцы. Ура! Более 2000 северодвинцев встали в первомайскую колонну. Вполне традиционно профсоюзы города отметили День солидарности трудящихся. К ним присоединились и все желающие. Это традиция еще вот советских времен. Видите, у меня даже вот значок СССР. Каждый раз ходим в демонстрацию. Радуемся весне, солнцу, людям. Для меня 1 мая – это праздник. Еще от родителей я привил себе эти теплые чувства, это радостное настроение, дух коллективизма. И вот с ребенком поддерживаем эти традиции с детьми. Лена свой плакат «Трудящийся не должен быть заложником кризиса» несет в первом ряду вместе с мамой. Ты знаешь, что такое кризис? Нет пока? Нет. Мне кажется, интересно как-то, что идти вот так вот в первых рядах с плаката. И столько народу, шарики, флаги. Для большинства 1 мая – это дополнительный выходной и начало дачного сезона. И все же в этой колонне трудящиеся Северодвинска проявили солидарность. Дружно прошли от Дворца молодежи до Площади Победы. Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.